Всем привет, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Я хочу продолжить рубрику «Брак. Самогоноварение». Долго я собирался, прям, знаете, такая мечта у меня была сотворить брагу вот с этого. И я принес кукурузу, друзья мои. Я принес кукурузу. Обыкновенная колхозная кукуруза с-под комбайна. Хочу попробовать сделать брагу на кукурузе, на ее диких дрожжах. Эксперимент хочу сделать, что действительно 3 килограммами кукурузы разогнать 5 килограмм сахара. Промыл, друзья, нашу кукурузку я. Невзирая на то, что она была так вроде как бы чистой, очень много мусора с нее вымыл. Во-первых, мусор, во-вторых, крахмал. Ну, в 3 водах я ее сполоснул. Теперь заложил в нашу бродильную емкость. И нужно залить ее, ну, теплой такой комнатной водичкой на сантиметра 3, 4, а может и 5. Ну, в общем, на 2 пальца я поверх кукурузы залью теплой водой и оставлю ее на сутки. Емкость. Вот, пожалуйста, есть пенообразование. Очень шикарное пенообразование. Дрожжи у нас начинают зарождаться. Они не то что зарождаются, они уже зародились частично. Поэтому их необходимо подкормить. Вот сегодня я начну с 800 грамм сахара. Раскармливать их будем аккуратненько, чтобы они у нас не захлебнулись. Даже те, которые образовались сейчас слегка, их нужно подкормить, но чтобы не захлебнулись. Идут пузыречки. Да, активно, что, дрожжи наши проснулись и начинают работать. Так, значит, можно будет добавить вторую партию сахара, но перед этим я извиняюсь, что камера трясется, потому что без штатива. Вот, сейчас замерим температуру здесь, чтобы знать нам, какой сахарный сироп температуру сюда запускать. Ну вот, добавили мы свой сахарный сироп, развел я его до 33 градусов, вылил сюда, и у нас температура поднялась 29,4. Вот теперь действительно будет хорошая температура для работы. Ну все, закрываем ее и наблюдаем до завтрашнего дня. Перед тем, как залить наш сироп, мне необходимо обязательно померить температуру, что я сразу не сделал, чтобы знать, какую температуру нам сделать в сиропе. Как бы по всем брагам, это самая долгая у меня брага. Ну, с учетом того, что я кукурузной брагой никогда еще не занимался, занимаюсь с вами вместе первый раз. Вот, поэтому пробуем. Ну вот фактически, да не фактически, а ноль у нас. Здесь ноль. Брага отыгралась. Уж что, друзья, и творит чудеса, так это монтаж видео. Я отогнал нашу брагу. Спирт-сырец. Поставил на этой кукурузе второй затор, заброд. И вот, пожалуйста, отогнал еще один спиртсырец, уже второго заброда нашей кукурузы. Так, в первом с 4 килограмм мы получили 5200 спирта сырца. 40-градусного, можем заметить. 40 градусов. Так, на 5 килограммах, конечно, у нас отыгралась она слабее. Вот, получили мы 5800, 41 градусного, ну где-то 42 градуса, 5800. Вот. И поставил я кукурузку еще третий раз вчера. Так, берем вот эту часть, 5200. У нас добавляется до 20 градусов здесь 5 литров воды фактически. И будем эту часть перегонять. Эту оставлю на следующий раз. Хочу продолжить свой эксперимент немножко в другом качестве. Ну вот, друзья, и подошел к концу наш эксперимент с нашей кукурузной брагой. Я считаю, что он получился у нас очень удачный.
так как выход у нас получился довольно-таки неплохой. При дробном вторичном перегоне спиртосырца я получил 2 литра 400 мл 68-градусного дистиллята. И разбавлением водой до питьевой крепости 42 градуса мы получили на выходе 3 литра 900 мл нашего дистиллята, так сказать, кукурузного, если можно так его назвать. Называйте как хотите, конечно. Я считаю, что сахар мы отбили, так как действительно кукуруза у нас осталась еще плавать в браге. Брагу мы не всю сцедили, чтобы поставить второй, третий затор. Но мы 4 килограмма, можно сказать, отбили. Так, по дистилляту, кратко. Друзья, дистиллят получился достойный. Запаха абсолютно никакого фактически в нем нет. Нет. А как правильно сказал Максим Лисовский, кстати, советую его канал, заходите, ссылочка будет под описанием. Человек старается очень, прекрасно готовит и прекрасно варит самогон. Так что заходите по ссылочке к нему, обязательно посетите. Как Макс сказал, мне понравилось, что здесь нейтральный запах и нейтральный вкус. Здесь действительно по запаху ни с чем не сравнимый дистиллят. Запаха фактически вообще нету. Вообще нету. Просто спиртуозность чувствуется. По вкусу также ни с чем он не сравним. Вот ни с рожью, ни с пшеницей, как бы ни с сахарной брагой. Вернее, с дистиллятом. Друзья, ни с чем он не сравним. Очень достойный такой получился напиток. Так что я рекомендую обязательно ставить на кукурузе по возможности. Я не знаю, почему в деревнях ставят сахарную брагу. Да поставьте вы на кукурузе, намного это вкуснее и намного достойнее такой напиток. Вас порадует. Ну все, друзья, дегустации у нас сегодня не будет по некоторым причинам. Поэтому я считаю, что эксперимент удался. Может, кто-то полезное и почерпнет с этого видео. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До следующих наших встреч. Не пропускайте наши видео, подписывайтесь на канал, давите на колокольчик. Оставайтесь с нами. С вами была Сельская жизнь. Всем пока-пока.